Здравствуйте! В наших прошлых программах мы знакомились со всесезонными видами спорта. Аэробатикой, дайвингом, парашютным спортом или конкуром можно заниматься круглый год. Но наступила календарная зима, и это совсем не повод сидеть дома. Снег дарит множество прекрасных развлечений, и одним из них мы сегодня и займемся. Правда, нам нужно очень много снега. В Москве или в центральном регионе России такого у зимы, к сожалению, не допросишься. И поэтому нескучные маршруты в поисках пухляка на внедорожнике Lexus LX отправляются на Урал. Там есть и горы, и снег по пояс. А это как раз то, что нужно для горного снегохода. Руководствуясь принципом «лучше плохо ехать, чем хорошо стоять», мы выбираем не трассу М7, которая ведет на Урал, а трассу М8. Тем более полноразмерному внедорожнику LX никакие российские дороги не страшны. По Ярославскому шоссе выезжаем из Москвы, пересекаем Владимирскую, Ярославскую, Костромскую, Кировскую области, Пермский край и попадаем в Екатеринбург. Привет, как дела? Хорошо. Ну чего? Как добралась? Хорошо добралась. Российские дороги с каждым разом все лучше и лучше. Единственное, что в Костромской области администрация никак не доберется до своих транспортных артерий. Ну разве на этой машине имеет значение, какая дорога? В общем, нет. Любые дороги, любые российские дороги на такой машине в радость. Очень хочется уже сесть на снегоход. Ну, если хочется, значит будет. Только нужно еще чуть-чуть проехать. Потому что в Екатеринбурге не горы, а холмы. А до гор немножко нужно еще ехать. Куда едем? Едем в удивительный город Кыштым. Я свое мнение об этой машине составила. Мне очень интересно, что ты скажешь. Как она в управлении? Ведь ты же профессиональный раллийный пилот. Хорошо, устроим тест-драйв. Поедем заодно и попробуем. Дмитрий Тагиров – мастер спорта по автоспорту. Чемпион России по ралли в абсолютном зачете. Призер этапа чемпионата мира по ралли – ралли Аргентина. Победитель первых в России соревнований по подъему на холм на снегоходе, проведенных в 2013 году на Урале. В 2011 году одним из первых россиян прошел обучение по управлению горным снегоходом в США у Бретта Расмуссена, профессора в вопросах создания горных снегоходов и езды на них. Куда мы сейчас едем? Мы едем на туристическую базу Юрма. Это мекка уральского туризма, в том числе и горно-снегоходного туризма. Говорить однозначно, что это база для горных снегоходов, нельзя, но отсюда, именно с этой базы, развилось очень много горных снегоходчиков, в том числе и я. Вот все мое правильное сознание о движении в лесу, в горах, на снегоходе, на квадроцикле, а вот этой культуре, оно у меня родилось именно здесь. Сейчас мы поедем по такому участку дороги, где можно точно понять, как машина себя ведет на заснеженных, на ледяных виражах, потому что здесь левые, правые и закрученные повороты с заворотами. Очень интересный такой раллийный участок. Понравилось мне то, что у этой машины есть подрулевые лепестки. Можно в режиме
драйв всегда переключиться быстро на спорт. И уже если пошел участок заснежен или со льдом, или вообще со сложным комбинированным покрытием, всегда можно быстренько добавить тягу, понизив передачу мгновенно практически. Понижается очень быстро, мне понравилось. Очень хорошее, понятное управление, ну, мне нравится. В принципе, что для тебя значит горный снегоход? Это свобода, это возможность двигаться куда хочешь. Утром встал, наметил точку, какую-то вершину. Это приблизительно так, вот поеду я вон туда. Да, да. Я могу почти что туда, почти в прямом направлении ехать. Так невозможно летом ни на чем другом. Ну и зимой, кроме горного снегохода, вряд ли на чем-то можно преодолевать. Ручьи, какие-то овраги, взбираться на горы. Практически ни на каком другом транспортном средстве. Как в России обстоят дела с проведением соревнований по горному снегоходу? Существуют ли такие? Пока еще не развился этот спорт до того, чтобы проводить соревнования, но это уже не за горами. Возможно, что в этом сезоне соревнования состоят. Тут же вопрос организации. Мне, допустим, интересно, я могу это организовать. Я понимаю, что это не трудно. Но до этого в основном были соревнования по кроссу на снегохода. Сноукросс. Да. Единственные соревнования были проведены и первые по хилл-клаймбингу. Это взбирание, вскарабкивание на снегоходе в крутую очень гору. Соревнования были проведены под Екатеринбургом нашими друзьями. Были приглашены на тот момент самые продвинутые снегоходчики, которые умеют и любят ездить на горных снегоходах. Мы выступили на этих соревнованиях более чем достойно. Было 3 номинации, и наши, ну, мы как компания наша, все в разные номинации победили. Поздравляю. Спасибо. А сложно ли обслуживать горный снегоход? Нет, не сложно. Я думаю, что проще даже, чем кроссовый мотоцикл. Все достаточно понятно, все, особенно у современных снегоходов. Открываешь бока, и все видно. В общем, ну, если изучить матчасть, то и какое-то есть начальное представление о снегоходах. Ну, я думаю, что трудностей никаких. Ну вот, мы подъезжаем к базе. Здесь мы переоденемся, заправим вкусный чай и поедем в горы. Здорово. Так, какая нам нужна экипировка? У меня с собой есть сноубордическая, то, на чем я катаюсь на сноуборде. Подойдет ли она? Можно ее как-то использовать? Для начала подойдет, для того, чтобы понять, что такое горный снегоход и почувствовать все прелести вождения. Но правильнее всего использовать, конечно, правильную экипировку. Для любого вида спорта и из уважения к этому спорту, и в целях безопасности, в целях комфортного катания лучше использовать конкретно под эти цели. Основное, на что стоит обратить внимание, это термобелье. Потому что правильное термобелье, оно правильно сделано, оно отводит в период интенсивного катания максимум влаги, максимум тепла. Но когда тепло заканчивается, энергия заканчивается, здесь очень много воздушных каналов, которые потом создают термоизолирующую прослойку и не дают на обратном пути замерзнуть. Когда мы все уже одели, все защиты, мы одеваем комбинезон. Желательно использовать его цельный, потому что это будет исключаться попадание снега, когда мы особенно в глубоком снегу и спускаемся с горы. Он не имеет никаких подкладов, легкий. Вся экипировка должна быть легкой. Ну это да. Что еще? Еще две пары перчаток обязательно, как минимум. Одни должны быть большие, толстые, теплые, для того, чтобы доехать до горы, уехать с горы. А на горе мы работаем в мягоньких, легоньких, чтобы лучше чувствовать руль, все тормоз,
газ, чтобы все элементы такие очень хорошо прощупывались. Голова. Шлем. Самое важное, это у нас голова, поэтому без шлема кататься нельзя. В принципе, очки и под шлем. У нас еще осталась обувь. Вот. Сноубордические ботинки, в них можно кататься? Можно, и многие в них катаются. Очень в Америке распространенная сноубордическая обувь. Тогда переодеваемся и идем. Да, конечно, надо быстрее уже начать кататься. Окей. Для выезда на горном снегоходе вам обязательно понадобится экипировка. Нательный слой – термобелье. Стоимость от 800 рублей за верх или низ. Защита спины, груди, локтей, тазобедренных суставов и копчика, коленей – от 5000 рублей за комплект. Верхняя одежда – непромокаемая и непробиваемая – от 5000 рублей за верх или низ. Подойдут ботинки для сноуборда – от 5000 рублей. Шлем – сноубордический или мотокроссовый – от 1500 рублей. Горнолыжная маска – от 1200 рублей и перчатки – от 1000 рублей. А вот это есть тот снегоход, на котором я буду учиться взбираться в горы? Да, он самый. Расскажи, пожалуйста, чем он отличается от остальных снегоходов? Ну, в первую очередь, от всех остальных снегоходов он отличается тем, что он легкий. Он узкий, имеет длинную гусеницу. Гусеница – это облегченная, и она имеет длинные, высокие грунтозацепы. А что эта гусеница дает? Дает возможность в глубоком снегу продолжать снегоходу двигаться очень быстро и не проваливаться, и выгребать огромную массу снега, за счет этого продолжать двигаться и двигаться. Мощность двухтактного двухцилиндрового мотора объемом 800 кубических сантиметров больше 150 лошадиных сил при сухом весе 192 килограмма. Длина гусеницы 163 дюйма, а высота грунтозацепов 6 сантиметров. Аббревиатура RMK в названии снегоходов расшифровывается как «Король скалистых гор». Наша учебная гора находится в 4 километрах. Вершину ее мы видим. Мы видим, насколько там все заснежено. Там совершенно другой уровень снега, потому что другая высота. Но прежде чем мы отправимся в горы, конечно, нужно сделать фотографию. Впервые на горном снегоходе. Это очень легко сделать благодаря двум встроенным камерам, которые есть в планшете с функцией смартфона Asus FotPad 7. Фото готово, но планшет мы возьмем с собой и попробуем там записать видеоролики. Приехали, мне кажется, здесь достаточно снега, чтобы начать обучение. Да, всего 4 километра проехали от подножия, уже на горе совсем другие климатические условия. С чего мы начинаем? Начинаем с базы. Как мы должны стоять на снегоходе? Ноги у нас плотно обжимают бак-туннель для того, чтобы разгрузить руки. Руки находятся на руле, спина чуть согнута, лицо у нас смотрит сюда по рулю. Значит, указательный палец левой руки на тормозе, большой палец правой на курке газа. Все, это основное положение. Руки не работают, вот ноги работают. Это основное упражнение вот по езде, по дорожкам. Это первое. Следующая вещь. То есть только у нас появляется кривизна покрытия, мы переступаем и делаем из ноги балансир. Все, чуть поворачиваем руль, чтобы нам удобнее было за него тянуть, и снегоход чуть-чуть получает импульс наклона. Все, раз, нога у нас балансир, и мы едем по склону на трех точках. Третья точка, она как контрольная, ее не нужно постоянно ставить, но она для контроля у нас всегда выставлена. Все, вот в таком виде мы двигаемся по склону. Если нам нужно развернуться и поехать по склону в другую сторону, мы что делаем?
возвращаем руль. Ставим, можно без прыжка, можно с прыжком. Вернулись. Руль чуть в другую сторону. Перешагнули и балансир теперь сюда. Раз. Поехали в другую сторону. То есть по склону снегоход всегда едет вот так, закантованный. Ну вот так приблизительно. В этом положении я себя ощущаю каратисткой. Теперь представь, перешагни, перешагни, выставил, держи. Это основные приемы управления горным снегоходом. Дальше их еще множество разновидностей, но вот основное, что позволит уже управлять уверенно, это вот эти упражнения. Нужно их четко зафиксировать. Но чтобы, наверное, куда-то доехать, все-таки надо завести, попробовать сделать все это в движении. Да, конечно. Заводим? Да, резче, резче. Ну, вот он что-то где-то рядом уже, да? Ну, в общем, это непросто. Да ты что, это очень тяжело. Снегоход такого класса расходует около 35 литров 98-го бензина на 100 километров пути. Но это сильно зависит от того, насколько пухлый или укатанный снег, его глубины и, конечно, отчаянности райдера. Как и любая техника, требует своевременного сервисного обслуживания. Перед каждым выездом проверяется уровень масла в масляном бачке и доливается до максимума. Это очень важный параметр для двухтактного двигателя. Также проверяется состояние ремня вариатора и приводного ремня. В общем, перефразируя детское стихотворение, ох, нелегкая эта работа из пухляка тащить снегоход. Себя как после первого занятия в автошколе. По прямой вроде ехать могу, а поворачивать еще не научилась. И снегоходы это все-таки очень физически затратный вид спорта. Так что перерыв в середине занятия с горячим чаем и бутербродами обязателен. И обязательно в хорошей компании. И нужно запомнить основное правило езды на снегоходе. Всегда выезжать только группой, никогда не ездить в одиночку. Потому что элементарно может или снегоход выйти из строя, или случайно какая-то ошибка и травма. На сегодня мое первое занятие на горном снегоходе окончено. Завтра все мышцы скажут мне большое спасибо за эти упражнения. А под конец Дима нам покажет мастер-класс, для чего нужен горный снегоход. По-моему, сидушка горного снегохода – отличная альтернатива домашнему дивану. И пусть диван еще немного поскучает, у нас этой зимой много интересных дел. До встречи на новых маршрутах. Оставайтесь с нами, мы знаем, как нескучно провести ваше свободное время.